То есть процесс идет очень тяжело. Обмен готовился 5 или 6 дней, срывался по разным причинам. Вместо 5 часов вечера он был в часа в 2 ночи, наверное, произошел. В 3 часа ночи произошел. То есть в темноте и так далее. С очень большим риском. То есть, как всегда, вот первое у нас как рождение такое было очень тяжелым. Но, тем не менее, обмен произошел. Были эксцессы, неприятности, но надеюсь, что процесс пойдет дальше и будет меньше затыков и с украинской стороны, ну и с нашей, надеюсь, тоже. Значит, вчера произошел обмен 36 человек на 31. Мы передали украинским властям 36 солдат, нам передали 31. Сегодня, дай бог, передадут еще остальных 5. Как бы над этим тоже работаем, они якобы просто физически не смогли их доставить в точку. Вот. Ребята, скажу честно, все в ужасном состоянии. Один по моему заявленному списку, это, ну, не буду пока назвать фамилию, по моим данным, сведениям, ребята рассказали, что он просто скончался, он не доехал. И, естественно, очень интенсивное сейчас передвижение тяжелой бронетанковой техники, окапывание, перемещение войск. То есть украинская сторона готовится к дальнейшей войне, и, естественно, в воздухе витает вот такое вот восприятие временности всего этого.